Всем привет! Мы в Бангкоке, как вы можете видеть, на реке Чупрая. Разворачивались, сейчас зависли над мостом немножко. Это он развернулся, и мы плывем обратно. То есть половина пути пройдена. Вам, наверное, слышно два разных музыкальных сопровождений. На каждом этаже корабль трехэтажный. Своя музыка. Третий этаж открытый. Второй этаж вот такой. Здесь чуть-чуть открытого. Там полностью закрытый. И третий полностью открытый. Такая красота. Ветер, наверное, сильный, да? Сейчас, наверное, очень красиво будем проезжать и вернусь. Пока ничего такого интересного. Чао-Прая, конечно, красивая река, но немножко про сам круиз. Очень похоже на тайскую свадьбу, если честно. Вот такая вот вечериночка. На реку всем, в принципе, все равно. Главное покушать. Happy birthday to Ayah!
так и происходит. В общем-то, не знаю, что сказать. Красиво, конечно, плывешь по реке, смотришь на вот такие храмы. Но на самом деле здесь сейчас человек в процентах, ну не знаю, 10 максимум. Все остальные просто сидят, едят. По-моему, не особо даже смотрят по сторонам, просто используют это как буфет. Может, это мы просто так с непривычки хотим посмотреть на что-то. Люди уже в сотый раз здесь, но, в общем, по сути, мы давно это знали, мы уже плавали на этих кораблях по Чао Прае. По сути, это просто столовая на воде. Большинство людей просто, ну, не обращают внимания на все происходящее вокруг.
Это и не хорошо, и не плохо, это просто способ, не знаю, может, сэкономить денег и хорошо поесть за не очень большие деньги. Но опять-таки, можно поесть тоже не очень плохо, а еще дешевле. В Бангкоке вообще, в принципе, очень много мест, где можно поесть. Голодным здесь точно не останешься, на любой кошелек очень дешево, очень дорого, но практически всегда вкусно. И это отличает Бангкок от Паттайи, потому что в Паттайе, когда из Бангкока приезжаешь в Паттайю, все кажется невкусным, потому что здесь готовят даже за копейки почему-то лучше, чем в Паттайе. И всегда очень сложно потом перестроиться. Ну, а вернее, очень классно всегда, приезжая в Бангкок, зайти вообще в какую-нибудь дворовую кафешку и очень вкусно поесть. Вкуснее, чем в ресторане в Паттайе. Вот такое короткое видео. Надеюсь, было интересно. О, вышли в дождь. Вышли в дождину. Смотрите, какая очередь на следующий удачный в дождь сплав. Нам еще повезло, что мы вышли в дождь, который только-только начался. А кто-то поплывет в дождь, представляете? Короче, быстрая информация по поводу всего этого удовольствия. Стоило это 2000 бат на троих. Ой, какие капли большие, господи, боже мой. 2000 бат на троих. То есть безлимит по еде и по пиву. Пиво было Синха и Чанг, безлимитная еда. В принципе, ничего особенного, но включено было... О, боже мой, включено было креветки и мидии, ко всему прочему. А, это такая фишка, за что это все покупают. Жена сказала, что мидии не очень классные были, креветки большие и нормальные. Ну и в целом все было съедобно, вкусно. Там можно было постоять на улице, как мы, на палубе. И сейчас, не знаю, будем ждать. Ну, нет, не будем ждать. Дождь скоро не закончится. Мы, когда плыли, увидели, что затянуло вообще все. Абсолютно все. Дождем. И он будет идти явно долго. Сейчас как-нибудь вызовем такси и поедем в Сиам. Парагон там, или, не знаю, Централ. Людей очень много, как вы видите, все от дождя спасаются. Но не знаю, как мы сейчас будем отсюда уезжать, потому что на автобус явно никто и пешком тоже не пойдет. Все тоже захотят на такси, как и мы. Надеюсь, что уедем. Вот такие дела. Ну тогда теперь... Ой, что там, коляска? Коляски. В коляске, кстати, ребенок. Я чаще всего здесь вижу в коляске собак. Ну, это такая местная фишка. Но эта коляска наконец-то с ребенком. Ну вот. Сейчас будем выбираться и поедем куда-нибудь переждать дождь. Проще всего это делать в большом торговом центре, как обычно. Все, ну теперь точно все и точно пока.
Ладно, опять обманул. Дождь покажу. Вот он такой жесткий.